Закрепили социальные гарантии для медиков. Соглашение между областным профсоюзом работников здравоохранения и соответствующим министерством нашего региона в первую очередь направлено на сотрудничество. И это не просто формальность. В документе закреплены новые преимущества для работников медицинской сферы. Так, например, благодаря соглашению увеличился отпуск за вредные и опасные условия труда. Если раньше отдохнуть медики могли 7 дополнительных дней, то теперь от 14 до 21, в зависимости от напряженности работы. Кроме того, в этом соглашении закреплены доплаты за вредные и опасные условия труда в зависимости от класса вредности. Если в Трудовом кодексе это только 4%, то у нас это закреплено до 10%. Я думаю, что оплата труда и получение вознаграждения за работу для работников всегда очень важно и является важным инструментом в том, чтобы работник сдержался на работе и получал довольно хорошую зарплату. Основной посыл – это улучшение качества оказания медицинской помощи, а те, кто эту помощь оказывает, это наши медицинские работники, врачи, средний персонал, младший медицинский персонал, они должны работать в достойных условиях, получать достойную заработную плату. И профсоюзные организации на местах должны быть и помощниками, и защитниками прав медицинских работников. Соглашение подписали в рамках профсоюзного форума «Социальное партнерство. Вектор развития здравоохранения». В зале представители более чем 50 медучреждений. Это главврачи и представители местных профсоюзов. Марина Макеева, заведующая инфекционным отделением Кольчугинской ЦРБ. В профсоюз она вступила еще 20 лет назад. Сейчас его председатель в родной больнице. Она рассказывает, что за долгие годы профсоюз помог не одному десятку работников – чаще всего отстаивают ранний выход на пенсию. Я как представитель нашего профсоюзного комитета первичной организации обязана в таком случае подключиться и выступать защитником в суде для того, чтобы вовремя сотрудник, вот один из последних, это сотрудник реанимации, получил свои законные пенсионные деньги. Одна из главных тем форума – привлечение кадров в сферу здравоохранения. Сейчас на территории региона действует 11 мер социальной поддержки. Это и предоставление служебного жилья, компенсация его аренды, работа в федеральной программе «Земский доктор» и многое другое. Совместно с представителями профсоюзов, органов законодательной власти и правительства региона обсудили, какими еще способами можно утолить кадровый голод в медучреждениях. Профсоюз работников здравоохранения у нас работает очень интенсивно и добивается очень многого. У них есть коллективный договор, в котором очень много преференций для работников. И они еще больше дополняют, развивают это. Я думаю, что сегодня будет выработан еще ряд каких-то соглашений, которые будут вписаны в коллективный договор. Сейчас на территории нашего региона в профсоюзе состоят более 11 тысяч работников здравоохранения. И это только половина сотрудников медучреждений Владимирской области. Лада Кочетова, Владислав Панин, телеканал «Вариант».